658 детей и их родители отдохнут этим летом в санаторно-курортных организациях. Именно столько путевок приобретено отделением социальной защиты в рамках закона о поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в Ненецком округе. В этом году жители округа отдохнут в санаториях Черноморского побережья, Кавказских минеральных вод и средней полосы России. На сегодня отделение социальной защиты закупило 658 путевок «Мать и дитя». Однако выделенные из окружного бюджета средства позволяют увеличить количество путевок до 10%. При наличии свободных мест это позволит дополнительно направить 81 человека. В этом году путевки закуплены в три курортные зоны России. На Черноморском побережье отдохнет наибольшее количество жителей округа. В санатории «Дилуч» закуплена 531 путевка. Кроме того, дополнительно опубликован открытый конкурс на приобретение еще 160 путевок в Черноморской зоне. Санаторий «Юность» в Кавказских минеральных водах примет 85 отдыхающих. В средней полосе России в санатории «Метина» восстановят силы и здоровье 42 человека. Стоимость путевок по сравнению с прошлым годом почти не изменилась. Отдых одного человека на курорте Черного моря обойдется в 56 280 рублей. Это на 1% выше прошлогодних показателей. Путевки на Кавказские минеральные воды и в среднюю полосу России в стоимости не изменились – 46 200 и 54 390 рублей соответственно. Традиционно отдохнуть летом смогут дети и подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. В этом году мы немного пересмотрели, куда их направить, чтобы, в принципе, им было еще и предоставлено лечение. Запущены торги «Кавказские минеральные воды». На сегодняшний день у нас поступило заявление на детей 239 из сельских населенных пунктов 119 детей, город и поселок Искатели 120, то есть 50 на 50 где-то. В региональном бюджете на эти цели в 2016 году предусмотрено более 21 миллиона рублей, что соответствует уровню прошлого года. Финансирование предусматривает оплату путевок в детский лагерь и проезда к месту отдыха и обратно. Детей из отдаленных населенных пунктов доставят в Нарьян-Мар заказными бортами вместе с сопровождающими. Во время нахождения в окружной столице школьники будут обеспечены местами в гостинице и горячим питанием. Также в этом году сохранено право на компенсацию по самостоятельно приобретенным путевкам для детей в возрасте от 4 до 9 лет. На компенсацию в окружном бюджете запланировано 4,5 миллионов рублей. На каждого ребенка предусмотрена компенсация в размере 30 тысяч рублей, на родителя 15 тысяч. Валентина Чибичик, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».